Все ближе экватор соревнований в первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона. Серпухов после относительно успешного прошлого сезона пока выступает неровно. Лишь 3 победы в 11 матчах. Вот и на этот раз наш клуб выступил не лучшим образом. Подопечные главного тренера Павла Клюкина уступили в Подольске местному «Витязю» со счетом 2-4. После этого тура серпуховичи с 10 очками занимают 12 место. Уже в эту субботу, 29 июня, наша команда сыграет на выезде с Люберцами.